Hi, Sean. Nice to meet you. Great to see you again. You're looking good. Thank you. This is for you. Oh, Sean. Yes. No. Please. That is yours. No, I feel terrible outside. It's just a symbolic, silly thing. Yes, if I know this is here with you, then I'll feel better and stronger for the fight. It's so great to honor, but until we will. When you win, bring it back to Malibu. Great. Yes. Great. Okay. Because I'll feel much better knowing there's a piece of me here. We have to win. Some moment which is very important. It's not from me. It's from Ukraine. That is more important. The first man who was here was this guy. I think you know him. Come back. That is the date. And here you can read if you don't know this guy. That is a great honor today. There are three places in the world that all the pride of my life will be. The place where my daughter was born, the place where my son was born, and this. Thank you. Thank you so much. We're proud to know you. And thank you. I really appreciate it. Thank you. Really. No, we thank you. We thank you very much. В украинских пабликах продолжают с ликованием обсуждать визит Шона Пенна в Киев и вручение президенту Зеленскому его статуэтки золотой. Послушайте, я и раньше об этом подозревал, но 10 лет назад вообще абсолютно точно узнал. В 2012 году как раз приезжал Queen, группа Queen в Москву выступать. Я беседовал и с Роджером Тейлором, барабанщиком, и с гитаристом Брайаном Мэем. В Ритц-Карлтон мы приезжали на крышу, там записывали эти интервью для проекта «Правда-24». И вот мой тогдашний продюсер Кирилл, он такой был очень оппозиционно настроенный, такой убежденный либерал. И тогда как раз был скандал с Pussy Riot. И он их очень подбивал, чтобы они во время концерта что-то там или майку одели, или что-то сказали. И оба, совершенно не сговариваясь, потому что это одна беседа с Роджером происходила до моторов, а с Брайаном он беседовал вечером, они пригласили нас там, на такой мини-банкет, такое отметить это дело в ресторане. Оба, не сговариваясь, просто очень деликатно в таких обтекаемых выражениях объяснили ему, что шоу-бизнес, он из двух состоит составляющих. Вторая составляющая бизнеса, она не менее важна, чем шоу. Такие вещи делаются за деньги. Это предусматривает контракт, если он заключается просто так, без контракта. Никто никуда не приедет, ничего никому вручать не будет. Шон Пен получил 700 тысяч долларов. В общем, это за такой визит не слабо. Другое дело, что это не значит, что любого актера можно в зависимости от суммы вписать в любую историю. Нет, конечно, там в Северную Корею никто не поедет, потому что репутационные здесь потери будут значительно больше, чем гонорар, какой бы он ни был. Кстати, Саша Барон Коэн в фильме «Диктатор» это обстебывал. Он там, я напомню, играл диктатор. У него там голливудские звезды гостили, которые выписывались просто конкретно за бабло. Вот, так что, пусть не братья у нас киевские радуются, Шон Пен, но
Нам не стоит огорчаться по этому поводу. Здесь вот Джима Керри внесли в список людей, которому запрещено приезжать. Нам что-то он там сказал. Да ну пофиг, ну это же актеры. Не хочу 12 раз вспоминать знаменитое изречение Колчака про актеров и проституток. Меган! Меган! Да! Теперь у тебя гермес. Меган, ты стоишь всех своих денег. Ты такой ненасытный. Мой самолет готов? Да, но ты не хочешь остаться на ночь? Ну, там немного пообниматься. Нет, время вышло. Завтра меня ждет итальянский премьер-министр. Ну ладно, Маруш, неси подарки. Спасибо. Проверь там все, что запросил твой менеджер. А Кэти Перри ты подарил часики с бриллиантами. Потому что она разрешила мне кончить ей на лицо. Отлично. Ты точно не хочешь пообниматься? Нет. Пожалуйста, я так хочу обнимашки.